Привет, друзья! Я уже записывала видео про сайт CoinPay в начале года, а сейчас хочу поделиться некоторыми фишками этого сайта, которые я узнала. Я решила попробовать оформить платную подписку. Выбрала самый дешевый вариант для проверки и стала младшим партнером. И если честно, то очень приятно удивлена полученными возможностями. Во-первых, теперь я могу собирать 8 кранов в час вместо стандартных 4. Согласитесь, неплохо собирать сразу 8 разных криптовалют, еще и x2 от стандартного крана. Во-вторых, за просмотр рекламы, серфинг, объявления, видео мне платят в 2 раза больше сатоши, а также комиссию за рефералов и прочие блага данного сайта. Что самое классное, я не потратила ни копейки. Я просто каждый день смотрела рекламу и выполняла задания. Они, кстати, очень хорошо оплачиваются, до 20 тысяч сатоши за один опрос. Накопила сатоши, на вкладке «Депозит» скопировала биткоин-адрес. Добавила его в список адресов на вывод и перекинула сатоши с основного баланса на баланс для покупок. Купила членство и стала младшим партнером. Членство действует до 23 декабря. И следующий месяц я хочу попробовать взять членство еще выше. Также на этом сайте есть замечательный раздел «Объявления в статьях». Переходим по ссылке и попадаем на артикул. Здесь можно писать любые статьи, добавлять фотографии и ссылки на ваши источники. Очень классная возможность, тем более если вам нравится писать. Кроме этого, все статьи участвуют в конкурсе, вне зависимости, читает кто-то вашу статью или нет. Если она хорошо написана и понравилась комиссии, ждите пополнения на свой счет. Сайт проверен временем, все функции работают, можно действительно хорошо зарабатывать, если уделить немного времени и каждый день выполнять одни и те же действия. И еще, все функции сайта доступны с компьютера и с полной версии сайта. С телефона не все функции работают, нет раздела «Кран» и, по-моему, объявлений тоже нет. Рекомендую вам сайт CoinPay. Ссылку на сайт оставлю под видео. Регистрируйтесь и начинайте зарабатывать больше. Если есть какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь, буду рада ответить. Благодарю за просмотр.